Ты вообще молодец. Столько проехал на таком обычном велике. Куда хочешь. Я вообще ничего не вижу. У меня пот вот так течет. Глаза как у китайца. Я уже записываю. Да я видел, что ты записываешь, я даже слышал. Да? Ну вот. Приехали мы на какие там пески, я опять забыл. Не столь важно. На первые, на вторые. А, не, на первые. Вторые там дальше за поворотом. Их будет даже видно. Ничего, доехали. Быстро. Товарищ вон на обычном велике домчался. Без всяких скоростей, все обычно. Да. Всего, есть? Так скажем, сверхновода. Без технологий, так скажем. Самое интересное, вот, скажем, как бы сказать. Короче, на этом велике самое интересное, это вот по этим всем буграм ездить. Так как я с педалей просто соскакивал несколько раз. Правда, ну что, у меня пошли? Ноги слетали. Клязьме? Я вообще удивлен, как-то я в те моменты не падал. Но не падал, и это хорошо. Все, погнали. Жары еще два. Может быть. Ландшафт тут изменился глобально. Тут все заросло. Да, глобально. Мы когда с Саньком были, тут был песочек везде. А сейчас здесь. Ну что, вы уже готовы? Там, да, здесь все заросло. Потому что мы сами сейчас смотрим, одна трава, был песок, а там вот вторые пески. Ну пойдем туда. Раз уж там люди, которые с нами поехали, хотят ко вторым пескам, так поедем сейчас ко вторым пескам, что же делать? Ничего, да там пойдем. Получше должно быть. Вроде бы. А тут уже все. Здесь уже первые заросли, можно так сказать. Угу. Это точно. Тут уже он все готово для шашлыков. Приходи и делай. Ну да. Ну что, как вам? Как водичка. Прох... А, ты первый раз? Да. Не, ну я купался какого? 13-го. На Клязьме. Только я не вижу. Видно тебя за травой, нет? Во, видно. Ну, сейчас и мы придем. Ну, чего, погнали? Надо было тоже сандали одеть. Вот такие. Ну, что там, глубоко? Да это ястреб, наверное, какой-нибудь. Вон, смотри, летает Серёг на той стороне. Стоишь? Ну нормально тогда. Чё ты злишься-то? На чё-то опять наступил. Вы такие, только три головы на реке, и все. А если так? Ну как? Рассказывай, как ощущения после, как искупался? Прикольно. Ничего не поменялось, просто стало не так жарко. Совсем ничего не поменялось. Ну, кроме того, что мне стало не так жарко, все. Ну-ка, интересно. Морков получится заснять? Не знаю. Потом посмотрим. Так. Почему слеп не существует? Потому что. Зачем их вообще сделали?
Ты вопросы ты не по адресу задаешь. Вот будешь в следующий раз в лесу, вот и задавай этому вопросы. Почему то, почему это. Так, пошел я в воду. Главное не упасть. Хотя здесь по пояс. Ковров. Рановато в ковров ты собрался. Что-то я по какому-то дну иду вообще жесткому. Ну как? Рассказывай. Нормально. Нормально? Ага. Нормально. Я заглотил немного водички. Ну ничего страшного. Ой. Из нее люди уху здесь делают, когда рыбу ловят. Уху делают, когда рыбу ловят. Уха? Да. А, это фигня-то вкусная. Ну да. Ну, еда, короче. Я воплыл. Давай, давай. Господи. Ты видишь? Конечно, вижу. Давай поближе, смотри. Только не брызгайся. Этот телефон, вот за непроницаемостью не обладает. Он не такой. Конечно. Он не бивишник и не Nokia 3310. На Nokia камеры нет. Наверное, два самых легендарных телефона, которые я знаю. Ну а что? Чё-то тебя уже далеко унесло. Всё, я поплыл. Вон, Мишка на ту сторону поплыл, наверное. А я, наверное, тоже. Нет, ты давай не плавай. Да ладно. Вообще круто. Надо было давно сюда приехать. Не знаю, видно их сзади меня, нет? Шматье сушится, а то было очень жарко. Ну-ка, во, фишка. Она, на удивление, заряжается от солнца. По крайней мере, индикатор показывает, что она заряжается. Я не знаю, что сказать. У тебя обед, да? Да. Могу сказать, что он-то облако похоже на чью-то руку. Да, что-то есть. Который ставит лайк. И подписывается на наш канал, да? Я прошу тебе лайков. Спасибо.
Я вижу, где камера. Нет, слушай, а я на видео переключил. Может, я сфоткал и вот шел. А может, он сфоткал один раз и все, да? Да. Как бы вроде поспать здесь. Или могу. Да, ну да, так тоже можно, смотри, за счет этой. И ровно получается. Не, рука трясется все-таки. С двумя руками все-таки удобнее. А? Я больше ничего не слышу. Я Мишке говорил. А. Хорошо. Ну так четче. Ну вот уже включил. Похоже, я обгорел, поэтому пока похожу в своей модной бейсболочке. Извини за треску. Да, из бутика с Алиэкспресс. Я вообще-то сказал, извиняюсь за треску, а то меня кусал слепень. Ну ничего страшного. Кайфово. На. Чё, на. Ну телефон на что? Ну походи со мной. Рассказываю. Ты не знаю. Ой, не туда, сори. Отвлекся. Не знаю. Получилось. Угу. Может, три фоточки сделал. На. Телефон все-таки. Ну, давай. Мне надо его. Не хочет он меня снимать. Придется снимать себя самому. Ты, кстати, выключил, нет? А то я, может, иду просто тупо с телефоном разговариваю со мной. Да. Чё у тебя там? Слушай, вот так можно, да, пробовать теперь снимать? Да, тебя видно. Видно? Ага. Так разговариваешь, например. А вот подошел Серега. И так, оп. Ну да. Слушай, и прикол, да? Ну да. Зато вся съемка качественная будет. Чего у тебя там? Да и ладно, не страшно. Если по, если вот смогу, он теперь около меня. Самое главное, тебе не подскользнуться. Нормально. Не надо мне тут, слышь, установки отрицательные давать. Ну тебе. А теперь нормально. Паш, да? Сейчас я покажу самый смешной, наверное, прыжок. Давай. А что в нем смешного было? Ты всплыл около меня, ё-моё. Я тебе говорю, тут течение, аккуратнее. А то, как говорится, слышь, нырнешь здесь, а вынырнешь вон там через 10 метров. Ну, не в коврове, но... Ома. Кепочка. Да. И на ней уже как. Да потому что ты когда прыгнул, меня знаешь, как обрыв? Только что снова пролетел ворон, как у нас всегда. Мы в лесу или где-то есть ворон. Весь ворон. Без ворона нет все. Прямо как в кино. С Брэндоном Ли. А ты, кстати, «Ворон» кино смотрел? Ну, раз ты так говоришь, значит, не смотрел. Можно посмотреть. Посмотрим. Придем, посмотрим. Тебе понравится. Приедем на великах, посмотрим. Да. Возможно, ты даже по дороге будешь снимать дорогу.
Нет, дорогу я, наверное, снимать не буду. Смысла я не вижу дорогу. Вот. Так, где он у нас? Здравствуйте. Здравствуйте. Ты давай это, далеко не уплывай все равно. Меня сдуло. Я пошел телефон пока положу. Ой, сдуло под водой, вот это да. Моя логика бесценна, да? Да уж. Сдуло под водой. Делай. Ну чё, Серёг? Какой горячий песок. Ну давай в воду. Погнали мы домой. А то уж сильно жарко. Да? Ну чё, помашешь в камеру? Я не знаю, будет ли нас видно. Потому что, видишь, небо. Ну, хоть как-то видно. Да видно нас. Видно. Так-то видно. Ну все. Адьос, амигос. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, да. Так вот это неуверенно говоришь. Что, сильно устал? Как тебе мороженое? Нормально. Нормально? Ты вообще молодец. Столько проехал на таком обычном велике. Ну что, тебе жарко, нет? Ну как бы... Посмотри на меня. Ну да. Факт того, что я в сумке не меняю жары. Ну да. Ну ничего, еще чуть-чуть и дома. Вообще молодец. Я, конечно, не ожидал, что ты только проедешь вообще под таким солнцем. Ну как тебе впечатление? Мама. Самые впечатления будут только тогда, когда машина едет сзади тебя и ты боишься. Ну что, еще куда поедем? Завтра? Не, ну можно и завтра, если хочешь. Нет, завтра я буду дома. На вообще? На вообще посмотрим. Ну ладно, все, да-да. Мы 6 километров туда-обратно. Ну да.